В области продлен особый противопожарный режим. Он будет действовать до 30 июня. Решение властей связано с тем, что в регионе установилась сухая и жаркая погода. Запрещено разводить костры или проводить работы с применением открытого огня на землях лесного фонда. Кроме того, жителям региона не следует организовывать в лесах культурно-массовые и спортивные мероприятия. Увеличен размер штрафов за нарушение требований. За уничтожение или повреждение лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность. Тем временем управление МЧС предупреждает об аномальной жаре. Температура воздуха в ближайшие дни будет превышать норму на 7-8 градусов. Спасатели обращают внимание, что при такой жаре резко возрастает опасность возникновения ЧП на воде, а также вероятность возгораний. Чтобы избежать теплового удара, следует носить легкую светлую одежду и головной убор. Также следует воздержаться от употребления алкоголя. А вот воды необходимо пить больше, чем обычно.